Безопасность превыше всего, напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской. На воде нужно соблюдать меры безопасности. Нельзя нырять в незнакомых местах, где состояние дна неизвестно. Не стоит заплывать за буйки, заходить в воду после употребления алкоголя, плавать в судоходных местах. Нужно купаться на оборудованных пляжах, знать правила оказания первой помощи на воде, при планировании отдыха учитывать часы активного солнца. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена ежемесячная компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Категории получателей – участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики, медицинская сестра, участковая врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики. Компенсацию могут получать медработники, работающие в государственных учреждениях. Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Лучшее лечение – это профилактика. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в 3 года, а после 40 – ежегодно, напоминает администрация железнодорожного района Самары. Чтобы ее пройти, нужен полис ОМС и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. Бесплатно обследоваться, проконсультироваться с врачами и предотвратить заболевания может каждый.